Эхо Великой Отечественной дает о себе знать. В реке Белой на территории Белореченска были обнаружены две фугасные авиабомбы. Сегодня саперами Донского спасательного центра МЧС России смертельные находки были обезврежены. Отголосок Великой Отечественной войны 26 октября был обнаружен охранником при обходе территории железнодорожного моста через реку Белую. На следующий день группой разминирования войсковой части, прибывшей из поселка Молькино, были извлечены две фугасные авиационные бомбы и произведена их обваловка песком. На месте обнаружения снарядов было выставлено оцепление. Уничтожать опасную находку приехали взрывотехники из Ростова-на-Дону. Вопреки бытующему мнению, снаряды, пролежавшие в земле 60-70 лет, по-прежнему таят в себе смертельную опасность, несмотря на то, что порой выглядят как куски ржавого железа. Опасный груз сегодня транспортировали на полигон и уничтожили. Сколько еще хранится в земле боеприпасов Великой Отечественной войны, никто не знает. Но с каждым годом таких находок меньше не становится. Как говорится, земля дышит и выталкивает их на поверхность. Пиротехнический расчет Донского спасательного центра прибыл для обезвреживания бомб времен Великой Отечественной войны, найденных сотрудниками железной дороги возле пролета моста. Найдены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Это фугасные авиационные бомбы калибра 100 кг советского происхождения. Никаких эксцессов не допущено. Все службы сработали в штатном режиме. Наталья Пугачева, Сергей Чернецов. События и люди.